Здравствуйте, дорогие друзья! А начну с рекомендации подписаться на мой лайв-канал с рысями. Я думаю, еще на него вы не подписаны. Там скоро 50 тысяч подписчиков, видосы выходят регулярно. Там показываю собачку, просто какие-то моменты, стримы там проходят. Для тех, кому нужно больше стримов, чем на частные экзотариумы. Вот, так что заходите. Еще раз говорю, ссылочка в описании. Так, небольшие приготовления. А, на замочек нажать. Так, ё-моё, как все закреплено дичайше, крепко. Так, ставим кружечку. И небольшое пожелание. Давайте так, если видос наберет еще и... А, ну здравствуйте, дорогие друзья. Если видос еще и наберет 10 тысяч лайков, то давайте 20 тысяч, 10 тысяч. Не хочется так часто снимать такие видео развлекательного характера. То Катя искупается с этой коброй в ванной. Представляете? Вот пока у нас трюк получается. А невозможно настраивать камеру и делать этот трюк. Давай ближе к фокусу. Да не выдергивай у меня. Вот. Пьет из ложечки. А воду я беру из своей кружечки любимой. Но я думаю, что все знают эту кружку. На стримах часто появлялась. Давай. Допивай. А, фокус потерялся. Вот он и вернулся. Сколько выпьет ложечек кобры? Давно не было этой рубрики. Это фишка нашего канала. То, с чего он так реально стартовал и начал набирать и подписчиков, и просмотры. Собственно, никто на YouTube подобным не занимается. Даже каналы о змеях специализированные. Ну и нечего нас плагиатить. Вообще, слушай, реально, на, держи. Чё расстроилась? Чё такая сразу это самое? На, ладно, буду с ложечки. Держи. Ну ладно тебе. Иди сюда. Кобрях. Давайте все вместе. Возвращайся. Ну иди сюда. Ну все, больше не буду тебя подсовывать эту несчастную ужасную кружку. Только я буду из нее пить. Да, она отвратительная. Я сам подойду. Неудобно держать на вытянутой руке. Все мимо проливается, все трясется. Ой, блин, нафиг. Ну все, змейка разнервничалась. Не будем больше ее отвлекать от своих дел. Продолжу уборку. Спасибо большое за внимание. Не забывайте про лайки. А я, в свою очередь, не буду забывать про старые рубрики. И подписывайтесь на нас, пока мы живы. Пока-пока. А это уже другая рысь. А ты все еще не подписался? Подпишись. Ссылочка в описании. Лайв-канал. Скоро юбилей. Смотрите, какая лапища. Представляете, чаще будете это видеть.